современные стандарты пляжной моды выдвигают очень высокие требования к фигуре. Мало быть просто стройным, важно еще, чтобы кожа была подтянутой и упругой. Помогает всего этого добиться вакуумно-роликовый массаж. Вакуумно-роликовый массаж – это процедура, направленная на коррекцию тела, то есть цель курса – улучшение контуров тела, уменьшение целлюлита, проявление целлюлита и улучшение обмена метаболизма. Ролики работают по схеме схватывания подкожно-жировой клетки, то есть он ее разбивает. Тем самым уходит объем и улучшается тургор кожи. Пациенту предлагают специальный комбинезон, который обеспечивает скольжение насадки по телу, чтобы складки лучше захватывались вакуумом и прорабатывались роллерами, не травмируя кожу. Интенсивность работы аппарата регулируется. Важно, чтобы не было болезненных ощущений. И, как показывает практика, каждый следующий сеанс сила вакуумного воздействия обычно увеличивается. Сила вакуума регулируется, конечно, если пациент пришел первый раз, то мы делаем среднюю мощность. И потом постепенно мы увеличиваем. Акцент делаем на проблемных зонах. Это зона живот, бока, зона галифе, ягодицы. Кроме стандартных противопоказаний, LPG стоит избегать при варикозе второй и третьей степени. В среднем курс состоит из 10-12 процедур, которые проводятся 2-3 раза в неделю.